Потом пауза. И одного, и второго участника. Сами контролируйте, если брать за всеми, то сами контролируйте, чтобы было честно для всех. Мы постараемся все это контролировать, но сами поймите, мы не стоглазые люди. Ну а так все знают. Запуск с одной майны, никакой спортзоны нет. Расставляются все как обычно, где хотят. Спортзоны нет, это турнир как спорт. Настя, кто хочет, не ставит их. Два актива на запуске запрещено. На запуске сразу никто не ловит. Запустим очередь 6-7, дадим старт, потом дальше будем запускать, чтобы рыба, если будет быстро сваливать ближе к центру, чтобы осталось там крайним другим людям. Бурите лунки, чем больше, тем лучше. Переставляйтесь, я не знаю, что хотите, то и делаете, как говорится. Первая лента, за нее не ставим. Второй ленты как будто не существует. Ставите, ставим где хотите. Снастей 2 плюс 1 актив. 2 актива нет, нельзя с двухпалов ловить. Так, теперь следующее. По окончанию рыбалки, когда будем уходить. Залоги сегодня не брали ни с кого рыбу. В любом случае, то, что под турнир, взвешивание сделаем, это для таблицы турнира, для определения победителей. Кстати, призовых мест сегодня 10. Первое место это 5 ратлинов, 5 плетен. 5 банок резины. Второе место 4 ратлина, 4 блесны, 5 банок резины. Третье место, соответственно, 3 ратлина, 3 блесны, 5 банок резины. Женщины получают сегодня ратлин, блесну, 3 банки резины, вне зависимости от результата. Первая рыба тоже ратлин, блесна, 3 банки резины. Взвесили, записали, покушали. Уха будет сегодня шикарная, финская. Хватит всем. Наваристая будет, но не то, что было в прошлый раз, когда мы понадеялись на столовую. Но это ладно, бог с ним. Значит, когда уходим рыбу для выявления остатков, чтобы подбить результат окончательный по вылову, все равно, несмотря на то, что турнирную взвешивали, повторное взвешивание, фотографирование улова и каждый участник турнира, помимо выигрыша, получает скидку 10% в магазине нашего спонсора. Эти скидки получаем по окончанию, получает каждый. Далее. Выловленная рыба только в пакет. И самое важное. Кто-то приехал с другом, кто-то приехал со знакомым, видит, что не дотягивает. Перекладывание рыбы друг к другу. Ребят, ничего личного, это правило. Аннулируется. Продолжает ловить, не вопрос, но результат в зачет не идет. И дальше. Это ни в коем случае там, ну, мы все здесь в равных условиях. Это не то, что там сдал, закрестячил, долой эти мысли из головы. Увидели, что кто-то кому-то перекладывает рыбу. Это нормальное явление. Поднять руку, либо сделать замечание. Но это не поможет. Поднять руку, пригласить судью, результат сразу же аннулируется. Все в равных условиях. Поэтому все должно быть по-честному. Хитрости это не здесь, не на этом водоеме и не на турнире. Камеру развернули сюда, чтобы потом посмотреть запись. Если вдруг это будет замечено кем-то, но не нами. Посмотрим запись, любой может подойти и посмотреть эту запись. Соответственно, давайте будем честными. Это не мешконабивательство, это турнир. Сколько народ? Погнали! 50. 50 человек. Запуск. Номер один. Жабин Иван. Я. Номер два. Симонов Руслан. Пошел. Да нет, так. Пошел. Номер три. Алёша. Четыре. Никитенко. Никто не выйдет. Держи вот этого бесцепника, толстый! Улыбнитесь, что снимает камера.
это можно дальше уже. Вот они идут. Два, Казарян, Рубен. Двадцать три, кто? Нету. 24. Сводин Сергей. 25. Соловьев Владимир. 26. Кто это? Титов Алексей. Так, 27, Бычков Алексей. 34, Барсуков Сергей. 35 нету.